Юбилейное пополнение. Торжественная регистрация новорожденного 500-го гражданина Полоцка прошла в районном отделе ЗАГС. Виновник торжества Герман – третий ребенок в семье Тарантович. У него есть 11-летний брат Ярослав и 2-летняя сестра Карина. Разделить радость рождения маленького Германа пришли управляющий делами Полоцкого райисполкома Сергей Труханов, председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович. Я хочу, чтобы Герман рос не по дням, а по часам. Радовал бы своих родителей, воспитал бы лучшие качества у них и был, как я сказал, достойным гражданином нашего общества. Счастливые родители малыша были тронуты вниманием и поддержкой присутствующих. Родителей Германа поздравили коллеги по работе из Полоцкого районного центра детей и молодежи и открытого акционерного общества «Полоцк стекло-волокно». Творческий подарок «Народный обряд на родины» приготовили артисты агрогородка «Близница». А я даю вам, уважаемые батьки, прособяшочек, как малый рос здоровенький, от дубочек.